Миротворческие инициативы Казахстана известны всему миру. Столица республики не раз становилась авторитетной диалоговой площадкой для противоборствующих сторон. Этот факт особо подчеркивают иностранные эксперты. По их словам, с момента обретения независимости Казахстан смог продемонстрировать не только уверенное поступательное экономическое развитие, но и прежде всего положительный пример стабильности и безопасности в Центральной Азии. Республика заняла очень важное место в международном сообществе. Удивительно, как, находясь в Евразии, можно было добиться председательства в Совете Безопасности ООН и создать механизм СФМДА для сотрудничества с азиатскими странами в различных отраслях. Казахстан достиг успехов благодаря стратегически выверенным и глобальным решениям первого президента Нурсултана Назарбаева, говорят зарубежные специалисты. Его роль – это роль такого аксакала, старшего политического деятеля, то, что по-английски называется «elder statesman». Он создает, Назарбаев создает Казахстан именно как нейтральную площадку, на которой могут вести переговоры самые разные непримиримые партнеры.